Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». Инспекторы ГИБДД зарегистрировали 77 нарушений правил дорожного движения. 7 автолюбителей не имели при себе документов. 14 были наказаны за чрезмерную тонировку авто. 5 за нечитаемые госномера. 2 нарушили правила перевозки пассажиров. 9 водителей пренебрегли ремнем безопасности. 1 не оплатил штраф в установленный законом срок. Еще 1 автолюбитель был задержан в состоянии опьянения за рулем автомобиля. 2 нарушили правила остановки. Было зафиксировано 10 ДТП без пострадавших. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамску, за минувшие выходные 2 и 3 октября были зафиксированы 2 суицида, 3 человека пропали без вести, утеряно 2 сотовых телефона, произошло 4 мелких хищения, зарегистрировано 1 самоуправство, 6 фактов доставления в больницу, 2 телесных повреждения, 3 имущественно-хозяйственных спора, 1 попытка самоубийства, 24 факта семейных скандалов, жалоб на соседей и конфликтов с ними, а также 29 административных правонарушений. За выходные бригады скорой помощи совершили 434 выезда. Из них по поводу получения различного вида травм к медикам обратилось 20 человек. 39 нефтекамцев были срочно госпитализированы. Зафиксировано 5 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 13 человек обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. 15 выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 4 девочки.